Вот купеческий дом. Сколько здесь? Три окошка и три окошка. Четыре даже сюда выходят. Какие-то тут холодно было. Угу. Ну, холодно, не холодно. Какой у нее красивый тут секретерчик. Дерево это. Ну-ка, а тут что у нее? А, для шитья. Смотри-ка, какая шкатулочка. Интересно, да? Часики. Ага. Слушай, а шторки тех времен? Интересно. Елочка. У нас вот такое было, это гирлянда. И до сих пор, наверное, у бабы Гали лежит. Представляешь, вот такие бумажные? Нет, вот такие вот. Вот эта гирлянда такая прям была, представляешь? С вишенкой, это из Чиполлино, из сказки Чиполлино, героя. Да я знаю, но факт тот, что в принципе сохранились эти гирляндочки. Что там еще есть интересного? Ну-ка, двигаемся. Правее двигаемся. О, иконостас, смотри, какой красивый в окладе. Красиво. Угу. А здесь что за бутылечки у нее были? А там что написано? Герань кругом. Прям как это единственное выжившее дерево со времен палеолита. А вот интересно, люстра старая или новая? Самовар точно старый. Видишь, какая красивая. На сколько человек здесь? На 8 человек, да? Ну, зайдем в магазин, купим яблок. Давай не это. А вот это зачем такая приступочка? Это вот. Ходим. Ну, она не натуральная. Ты думаешь, это специально как-то выделали? Ну-ка, что у них из посуды было? Интересно. Ух ты, у них патефон был какой. Как интересно. Печь вот сюда выходит. Ага,